Всем привет! Это канал Queen Surprise. Сегодня у нас удивительный сюрприз-микс. Rainbow Courts, Big Hair Surprise, Щенячий Патруль, Disney Pixar Surprise Party и многое другое. С нами будет интересно. А чтобы не пропустить новые видео на канале, скорее подписывайся и жми на колокольчик. Кто любит сюрприз-миксы, ставь лайк и поехали! Начнем с коробочки от Fresh Toys. Бархатная игрушка и мармелад. Давай играть. Супермикс. 48 вариантов игрушек. Надеюсь, нам не повторка попадется. Когда же сказал, надеюсь, там не бобер нам опять попадется. Хотя это был хомяк. Так. Как-то странно. То они в пакетики кладут, то у них без пакетиков игрушка. Три мармеладки. Они такие твердые, как будто им 100 лет. Так, что-то знакомая коллекция. Ой. Понятно, там микс всех ихних коллекций, которые, видимо, были. И нам попался, как тебя звать-то? Дракоша Чуча. Любопытная Дракоша Чуча, девочка в ведерке. Нам, по-моему, такая попадалась, да, дочь? Мы же собирали эту коллекцию. Эту же мы собирали? Нет. Нет? Нету. Ладно, сейчас посмотрим вживую. Да был у нас такой в цветочном горшочке. И такой вот дракоша. Здесь он флоковый, сам горшок. Такое ощущение, что это не пластик. Хотя на самом деле он из пластика, потому что, видите, проминается. Так, конечно, они немножко игрушку упростили. Тут она... Это Чуча с какими-то рисунками по всему телу. Ромбики, кружочки синие, желтые. Здесь только один вот оранжевый сделали ромбик. И на этом все. Ну, по качеству хорошие игрушки. Милые. Следующее откроем шоколадное яйцо Озма со смайликом везучий, со звездочками в глазах. Вот такой вот везучий тут. Крошит шоколад. Что-то там плотное такое. Так, не пойму. Новенький. Не, повторочка попалась нам. Там вся коллекция. И вот нам... КК-01 попался в тюбетейке красный. Собирается легко. Вот такой вот он. Будь что ли ковыряется, не пойму. Хотя на картинке он кулачок показывает. И это можно на пальчике, наверное, играться с этой игрушкой. Забавное яичко. Жалко, что повторка. Следующий откроем пакетик со сквиши Амурчики. Хоть бы новый, хоть бы новый. Сердечко нам попалось. Блестяшками. Ой! Да еще тут с глазками. И улыбается. Интересно, глазки на месте остаются или нет, не остаются. Не будем тогда тебя тереть. Такое вот милое сердечко. Следующий откроем пакетик с Box Club, серии Щенячий Патруль, мармелад и игровой набор. Игрушка, сюрприз внутри. Вот такая тут коллекция. Есть засекреченный персонаж. Прям ни разу не догадались, кто это. Да? Даш, кто это? Крепыш. Ну да. Всего их 7 штук в коллекции.
И они, игрушки эти, как фишками сделаны. Мармеладки. Так, тут игрушка. Вот отсюда нужно это все дело вырезать и склеить кубик. Тут инструкция есть по сборке. Раскраска. Такая вот. И вкладыш-игровое поле. Вот он сам вкладыш. Здесь уже крепыш есть, его изобразили. И правила игры, как в игру играть. Вот с обратной стороны само игровое поле. Тоже нам попался. По-моему, крепыш. Да? Точно! О, нам засекреченный крепыш и попался. По качеству фигурки хорошие, с двух сторон раскрашенные. Жалко, конечно, что 2D, но все же. Они вот используются, чтобы играть. Хотя они, конечно, большеваты. Мы в такую игру играли с Дашей. Не особо удобно, когда особенно вдвоем, допустим, играешь. А если втроем, и мы частенько становились на поле на один кружочек и не умещались, они у нас падали. А так, в принципе, задумка неплохая. Вот единственное, игровое поле бы покрупнее сделали. Ну или фишки поменьше. Хотя лучше игровое поле. Игрушка-то большая лучше, чем маленькая. Следующее откроем пластиковое яичко Kids Box по мультфильму «Холодное сердце 2». Так, открывайся. Вкусняшку все видели. И на ком попалось? Нет. Нет? Это Анна. Посмотрим. Да, но у нас все равно такая есть, дочь. Нам попадалась такая. Гляньте, как ручки сложила. Маленькие, хорошенькие фигурки. Мне они, в принципе, нравятся. 3D же все-таки. Производитель постарался. Такой вкладыш. И тут старая коллекция. Вот нам Анна попалась. Как-то глазки у нее немного кривовато нарисовали. Следующий откроем пакетик «Мягкие зверята» Лама и Куала. Сквиш-тянучка. Жми меня. Жмяк-жмяк. Вот такая вот коллекция здесь. 3 ламы, 3 куалы разных цветов. И тут можно выбрать. Мы выбрали куалу голубую. Это из КБ. Сюрпризы. Вот такой вот. Пучка даже есть. Какая она забавная. Можно куалу расплющить. Вот так вот сделать из куалу лепеху. Еще можно ее потянуть. Сделать ее пошире. Можно вообще круглую сделать. В общем, забавная такая антистресс игрушка. За 60 с чем-то рублей. Очень даже и неплохо. И краска не облазит. Фу, запах, конечно, у нее прям какого-то бензина с керосином. Так, запах, конечно, прям огромный минус за запах. Если бы я знала, что они так пахнут, я бы ее не стала покупать, потому что химический запах у игрушек частенько присутствует, но у этой прям что-то вообще из ряда вон выходящее. Надо подальше куда-нибудь положить. Следующий откроем пакетик Miraculous. Стикер внутри обещает шипелку со вкусом клубники. Какой же тут нам стикер попадется? Надеюсь, новенький. Так, все. О! Нам Леди Баг сама попалась. Здорово. Маленький стикер. 2 пакетика с шипелкой.
Следующий откроем коробочку Happy Box серии мини-машинки. Две машинки внутри обещают. И карамель. Всего их 10 в коллекции машинок. О, разные цвета попались. Так, конфетки, леденцы. А вот сама коллекция. Вот, тут есть прозрачные, а есть просто из пластика. Прозрачный, конечно, мне кажется, круче выглядит, когда внутри все видно. И нам обе прозрачные попались. Это круто. Как конфетки. Вот такая вот машинка. Бурятник у нее такой внушительный. Колесики крутятся. Инерционный механизм даже есть. О, это здорово. И вот такая вот красненькая. Тут прям спортивная тачка. Если у нее уже двигатель наружу торчит. Гляньте, передние колеса меньше, задние больше. Ездит. О, только что-то немножко, ой, заедает у нее механизм. Вот такие вот две тачки нам попались. Мне машинки понравились. А цвета у машинок-то рандомно попадаются, то есть даже не те, которые на вкладыше изображены. Потому что которая нам с кенгурятником попалась, видите, на зеленые. А тут она в красном и в синем цвете. Следующий откроем пакетик Calamity Car. Здесь попадаются интересные машинки. Вот такие вот каламитики в разных образах. Нам уже вот такая вот попадался какой-то дельфинчик с капелькой. Надеюсь, нам кто-нибудь новенький здесь попадется. И капелька светилась в темноте. И еще у нее инерционный механизм. Не знаю, у всех так или нет. Ну, хоть бы новенькая. Так-так. Ага, предупреждение. Ой, кто-то новый нам попался. Вкладыша нету. Так, кто это такой? Тут магнитик есть, чтобы... Он такой легенький, но все-таки есть, чтобы не выпадал. Сверху кто-то с ушками, как котик. Какая-то машинка-трансформаторная будка нам попалась. С глазами, три колесика. Ну, такая интересная. Наверное, она не светится в темноте и ехать не хочет. Ну, давай. А, не, о, ездит. Я уж испугалась, что ты ездить не хочешь. Вот такая вот машинка интересная. О, вот эта машинка. Да, точно, с обложки нам я попалась. Я ее хотела. Ну, она не будет светиться, это точно. Следующее откроем. Вот такой интересный сюрприз. Disney Pixar Surprise Party. Здесь такой вот пенопластовый шарик со звездой. Звездочку это нужно раздавить. Но прежде чем раздавить, нужно вот таким вот образом по спирали, по насечке открыть сам сюрприз. Ну, чтобы до шарика добраться. Саму упаковку снять. Можно, конечно, просто по-варварски. Можно по инструкции. Теперь нам нужно звездочку разломать. Вот так. Хоть бы новенький нам попался. Внутри бумажные такие конфетюшки. Повторка попалась. А
еще здесь мячик. Прыгунок. В виде самого сюрприза. Игрушки здесь классные. Жалко, что, конечно, нам повторка попался. Нам попался монстрик из корпорации монстров. Игрушка-брелочек. Ноги, руки, все подвижное. Кроме головы. Может даже танец живота станцевать. И хвостик у него немножко подвижный. О, какой. Как частые лапы. Ну, он добрый. Кто мультик смотрел, знает. Карабинчик из пластика. О, тут еще наклейка была вот такая. С этим монстриком. И последний на сегодня сюрприз. Огромное яйцо от Зуру. Вот с таким вот забавным чубчиком. Который потом будет, видимо, заколкой. Rainbow Corns Big Hair Surprise. Большие волосы сюрприз. Более 30 сюрпризов внутри обещают. Супер дерзкие волосы. Здесь мы видим сердечко с пайетками двухсторонними. С обратной стороны всего 3 игрушки вроде бы в коллекции. Это сова или тукан, пока не могу понять по клюву. Такое ощущение, что это тукан. Кошечка и кто еще тут? И вот какой-то тут такой, как единорожка, что ли, или кто это? Хотя тоже на кошку похоже. Ну, посмотрим, кто нам попадется. Давай, дочь, помогай. А он еще под этой пленкой, еще пленка. Ой, он двухцветное яйцо. Давайте эту пленку надо же, наверное, снять. На яичке везде изображены вопросики, сердечки. Давай, открывай. Дави на него. О! Какая нам синяя попка попалась. Так, сейчас разберемся с сюрпризами сначала. Ух ты, какой большой пакет. 1, 2. Вкладыш. 3, 4, 5, 6. И яички. Достаем. Ух ты, какие с камушками классные. Это у нас тоже, видите, заколка. Подвинем все. И здесь должен быть какой-то рисунок. Пайетки же двухсторонние. Гляньте. Оно в розовое превращается, сердечко. И что у нас там? Так, под ноготь не очень хочется попасть этой пайеткой. Это какой-то баллончик. Да, дочь? Это пшикалка. Баллончик. Баллончик же пшикает. Да, Бублик, мы заняты пока, подожди. Вот такие классные яйца тут. Разноцветные блестящие сердечки, камушки. И рожки разных цветов. Вкладыш в виде баллончика спрея. Так, сейчас тут мы и посмотрим, сколько их в коллекции всего. Вот он, единорожка этот. Глэм-глэм его зовут. Котик. Ампур. Именно такие. И вот кто нам попался. Фро его зовут. Да, 3 их всего. А это, наверное, те, кто попадается в маленьких яичках. С обратной стороны... Что тут делать с аксессуарами? Инструкция небольшая. А ты этот открывай. О, мне наклейки попались. Ой, и мне тоже. Все, больше ничего нету. Ух ты, какие у тебя красивые. В виде сердечка, блестящие. И с теми, кто здесь попадается в этой коллекции. А здесь...
Тоже блестящие наклейки. На, открывай этот. Я этот открою. Смотри, это там. Лови бусы! Высыпали все. Тут бусинки. Так, браслетик, значит, мы будем делать. Вот такой вот браслетик у нас получился. С шармиком, гляньте. И сердечко у него блестящее. Как у настоящего, кто нам попался. А сзади он, гляньте, золотой. Мне очень нравится браслетик. Давай ручку. Вот такая вот красота. Давай, открывай. Вот это да! Что там? О, резинки. О, ничего себе. Такая большая резинка. Может, это браслет тоже? Это, скорее всего, дочь браслет. Хотя и на резинку похоже. Ух ты, что это такое? Зеркало-расческа. Вау, зеркальце. Ничего себе, расческа. О, вот так вот, видишь, выдавила. Слушайте, прям расческа такая, что можно прям свои волосы расчесать. Здорово. Я обратно так сложил, закрыл. Классно. Ну-ка, давай вторую ручку. Я так думаю, что это, дочь, все-таки как браслетик тоже. Потому что для детских волосиков это слишком широкая резинка. Давай теперь вот этот самый длинный пакетик открываем. И... Давай. О, тут прятка с волосами. А, она с заколочкой. Ну все, Даш, будешь с красивой пряткой. Хотя можно эту прятку и себе, конечно, прицепить, и нашей птичке, которая нам попалась. Такая вот она из голубой в зеленую переходит. И последний давай большой пакет открывай. Ой, еще там какие-то волосы. Опа, доставай. Вот это да! Вы посмотрите, какой тут ободок шикарный. Прям голографический. Да тоже с волосами. Интересный такой. Да тут косы прям целые, гляньте. А, вот он. Он сам украшенный как косичками. Классно. И еще оставили, чтобы еще тут косички доплести, если захочешь. Длинные такие. Круто вообще. С обратной стороны. Здорово. Теперь пришло время яиц. Так. Открывайтесь. Да не так уж просто это сделать. Открывай. О, опять там волосы какие-то торчат. Что там? Какой-то ошейник и волосы. Так, какая-то тут заколочка. Что-то тут сюда можно прикрепить, видимо. Боже, какой хорошенький! Похож на того, кто нам попался. И он полупрозрачный, и это насадочка на карандаш. Хотя и сзади тут дырочка есть, тоже куда-то можно вставить, видимо. О, вот что тут вставляется. Во, крылышки. Вот такая вот прелесть. Звездочки в глазах, золотой рожек, золотые крылышки полупрозрачные, блестящие, классные. Так, дочь, это не ошейник, это колечко. По-моему, вот эта штучка снимается. Да чуни, ты можешь себе любое колечко сделать. Видишь, хочешь с этим камушком, хочешь с золотым. Давай, пальчик, моя принцесса. Во. Нравится? Да. Класс. Давай второе яичко откроем. Открывай. Ой,
еще одна вот заколка. О. Вот. А, тут в каждом яичке можно сделать перстень себе. Так, тут нам вот такой вот. Все, я поняла. Значит, там нам, по идее, должен попасться единорожка, если тут нам котик, кошечка это попалась. Вставляем ей крылышки. Классно. Они такие резиновенькие. Мне очень нравится с чубчиком. Сердечко берем. Его можно вставить либо в заколочку вот сюда. Ой, не довставила. Вот. Либо сделать еще один перстень. Мне перстень больше нравится. Давай ручку. Сегодня будешь вся в кольцах, Дашка. Царская дочка. И последнее яичко открывай. Кто там? Вот тут желтенькое колечко, вот такая вот заколка с ножницами, сердечко, тоже волосатое. И да, вот он, еще один, тот, кто в коллекции есть, единорожка. Крылышки у него голубенькие. Да, сюрпризы классные, мне очень нравятся. А тебе, дочь? Нравится. Да, я думаю, любой ребенок будет доволен. Конечно, ценник у этих сюрпризов такой прям кусается. О, давай. Дашка. Во, смотрите, какая красота. Вся в камнях. Теперь пришло время нашего тукана или попугая. Нет, все-таки это тукан. Гляньте, какой он огромный. Что у тебя с волосами? Он мне напоминает этого Кешу из мультика. О, такой забавный. Отсюда нужно снять нам эту заколку. Замечательную вот эту вот. С куском волос. Снимайся. Заколка тканевая в виде сердечка. Это, конечно, смешно так выглядит. Ну вот, что с ней сделать? Сейчас Дашу украсим. Давайте нашу птицу теперь рассмотрим. Что у него тут такое? Прям колтун какой-то. На гнездо похоже. Оттуда рог торчит. Золотой, блестящий. Мягкий. Очень приятный тактильно. Большие голубые глаза. Нос такой, что можно схватить за него. Такие вот тут золотые крылышки у него. И наше сердечко-заколочку можно вставить ему в пузико. Вот так это выглядит. И теперь у него блестящее пузико. Конечно, мне вот это вот не очень нравится. Может, конечно, когда Даша его причешет потом, он поприличнее будет выглядеть. Я его хочу Кеша назвать. Но он правда на Кешу похож из мультика. Особенно глаза. А лапки у него как у гуся. И тоже желтые. Даша причесала своего Иннокентия. И очень даже приличный парень получился. Хотя странно, что все-таки это для него косы эти или нет. Мы ему прядку приделали. Вот я вот так вот убирать с лица ее. Вот такие игрушки нам сегодня попались. Больше всего мне понравился Кеша с игрушками-насадками на карандаш и монстр Джеймс из корпорации монстров. А тебе, кто понравился, напиши в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!